Кубань заняла 7-е место в первом национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив, Торгово-промышленной палатой и Российским союзом промышленников и предпринимателей. В рейтинге участвовал 21 субъект Российской Федерации. Эксперты оценивали состояние инвестиционного климата по 54 показателям. Среди них – наличие инфраструктуры, доступность ресурсов, эффективность институтов для ведения бизнеса и регуляторная среда. Несмотря на то, что нашему региону досталось 7-е место, по отдельным показателям он среди лучших. Так, Кубань стала 3-й по показателю «Регуляторная среда». Это эффективность процедур регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности и по подключению электроэнергии. Высокую оценку Кубань получила и по параметру «Инфраструктура и ресурсы». Этот показатель говорит о доступности инфраструктуры региона для бизнеса и, что немаловажно, о ее качестве. Учитывались земельные и трудовые, а также финансовые ресурсы. Эксперты Агентства стратегических инициатив пришли к выводу, что улучшать инвестиционный климат можно вне зависимости от исходных социально-экономических условий. Главное – качество работы губернатора и его команды, а также органов федеральной власти, которые находятся на конкретной территории.